Россияне рискуют остаться на новогодние праздники без турецких мандаринов. Ввоз популярного цитруса из азиатской страны приостановлен до особого распоряжения Роспотребнадзора. Причина – наличие в фруктах повышенной концентрации пестицидов, в частности хлорпирифоса – вещества, которые, попадая в человеческий организм, вызывают отравление. Отмечу, что Турция – один из крупнейших экспортеров цитрусовых в нашу страну. Ежегодно только в российские регионы реализуют, несмотря на пандемию, мандарины почти на 250 миллионов долларов. Тем не менее, с 29 октября поставки мандаринов из Турции в Россию временно запрещены.